суд вынес приговор жительнице Новочебоксарска. В апреле этого года она оставила запертыми дома двух маленьких детей, которые подожгли квартиру и погибли сами. Суд, рассмотрев материалы уголовного дела, принял позицию государственного обвинения и приговорил подсудимую к наказанию в виде 3 лет 9 месяцев лишения свободы. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьей 109 части 3 Уголовного кодекса РФ, предусматривает до 4 лет лишения свободы. То есть в данном случае мы видим, что суд пошел навстречу прокуратуре и посчитал, что женщина заслуживает довольно-таки суровое наказание. Действительно, то поведение матери, которое она осуществила, а именно оставив двух малолетних детей 2014 и 2017 года рождения вечером одних дома, при этом оставив непосредственно близости от них предметы для розжига огня, именно зажигалки, что в последующем уже и привело к пожару в данном жилом помещении, уже указывает на то, что поведение матери было весьма безрассудным и, как показал суд, преступным.